Здравия, друзья! Чудесного дня вам, радости, гармонии и счастья! Это видео для YouTube. Меня зовут Александр Атимукта, и это Дахаб, Египет. У нас сегодня чудесный день. Солнышко пробивается сквозь тучки. И мы говорим о соединении с Источником, о том, как это можно сделать. Потому что, когда нет этой связи, ты чувствуешь себя каким-то потерянным, куда-то идешь не туда, непонятно зачем, двигаешься не в том направлении, не то, куда нужно. А когда это все есть, то это здорово. Тогда ты знаешь, куда двигаться, зачем. И у тебя происходят важные изменения в жизни. Источник ведет тебя по жизни. Он ведет тебя туда, куда нужно. В правильном направлении, в правильное русло. И поэтому, друзья, вот когда делаем сессии, то мы открываем этот канал с Источником и наполняемся любовью и счастьем. И в этом состоянии наполненные, гармоничные, радостные, творим по жизни. Вот. То же самое говорят многие люди, что в жизни нет смысла, но мы наполняем ее смыслом. Мы наполняем ее тем смыслом, который хотим вкладывать в нее. И еще такой важный вопрос, зачем жить, почему мы живем, куда мы двигаемся? На все эти вопросы каждый может найти ответы. Даже вот слушая новую книгу Пелевина, мы говорим, он пишет о том, что Бог говорит с каждым из нас. И это можно подтвердить на собственном опыте. О том, чем бы мы ни считали высшее сознание, да, чем-то отдельным или чем-то соединенным с нами, но когда канал совести открыт, мы слышим этот голос, мы чувствуем его. Мы слышим голос Бога или голос Источника. Самое главное – это чувствовать, слышать, понимать. И тогда происходит озарение, осознание. И важно, чтобы этот канал был открыт. И тогда мы чувствуем, тогда мы знаем, тогда мы наполнены любовью. И действуем во благо. Для всех, не только для себя, а для всех. Соединены с собой, соединены с семьей, с группой, с человечеством, с животными, растениями, материальной вселенной. И далее, 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 с духовным миром, с Источником. Убираем все препятствия, связанные с этим. И наполняемся любовью. Потому что именно в этом состоянии любви, в этом состоянии соединения происходят важные и нужные вещи, которые наполняют нас, которые радуют, которые дают нам гармонию, радость и счастье. Поэтому, друзья, давайте будем это делать вместе. Если у вас остались вопросы, пишите, звоните. Я расскажу, проконсультирую. Все можно сделать онлайн в любом удобном для вас методом связи. И самое главное, это наша сила, наша осознанность. Я благодарю вас за то, что вы есть, и желаю вам чудесного дня. Во благо и до скорой встречи.